Всем привет, с вами Денисыч, Мирана и Майя. И сегодня мы снимаем очередной видеоролик. Письмо с налоговой, электричество 500 рублей, вода 300 рублей, налог на собак 10 тысяч рублей. Ну ладно, 10 тысяч так 10 тысяч. Поехал-то я собаке расплачиваться. Здравствуйте, подождите. Меня не пускают на почту. Вообще беспредел какой-то происходит. Я даже не могу отправить письмо. Письмо? Давайте его сюда. Я все улажу. Оставь одежду всяк сюда входящий. Чупа-чупсы, блин, ты чё без маски? Сейчас вообще утро, мы ещё не открылись. А, сейчас обед, ну ты приходи завтра тогда. Так я не понял, а где почтальон? У меня к нему дело есть. Ты, видимо, меня не понял? Не видишь, я работаю, не мешай мне. А ты вообще кто такой? Я техничка, я тут полы мою. Благодаря мне вот это помещение выглядит идеально. Идеально? А ты посмотри вокруг. Тут полный бардак. Да ты и себя видел. У тебя рожа хуже, чем задница у дьявола. В смысле, как задница у дьявола? Так, слушай, у меня времени нету. Передашь почтальону, чтобы зашел ко мне. И вот девушка письмо хочет отправить. Да ладно, передам, нет вопросов. Так, я все уладил. Сотрудник передаст ваше письмо почтальону. А он точно передаст? Этот-то? Да этот точно передаст. У нас этих передастов уже полстраны. На каждом углу встретить можно. Мирана. Какая-то хорошая у меня собака. Самая лучшая собака у меня. Мираша. Да? Никому тебе не отдам. Самая лучшая собака. Самая воспитанная и надрессированная, да, Мира? Здравствуйте, люди добрые! Открытки, сканворды! Лотерейки! Здравствуйте, это вы почтальон? Да, это я. Я прибыл сюда по вашему зову, чтобы дать то, чего вы хотите. Лотерейки! У меня вот квитанция пришла. Я хотел бы через почту налоги оплатить. Ну что же вы сразу к делу? Вы же еще не ознакомились со списком товаров, которые мы продаем. Угу. Вот, можете еще ознакомиться. Угу. Так сколько будет стоить? 1000 две? Ну, этого хватит. Хватит? А что там насчет налогов? Налоги? А они в самой налоговой теперь оплачиваются. Вот, до свидания. Инспектору заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Инспектору заплатите, зачтется все это вам.
А мне нравятся очень русские сериалы. Ну что ж, у всех свои недостатки. Здравствуйте, я тут на днях получил квитанцию и хочу оплатить налог. Садитесь, ожидайте. Слушайте, девушки, я ведь не железный, хоть и плавлю как топор. Может, вы займетесь делом? Конечно, конечно. Так, судя по квитанции, вы просрочили выплату. А по новому закону все налоги, которые не были вовремя уплачены, нужно оплатить в двойном размере. Да вы что, совсем охренели? Где я вам столько денег возьму? Гражданин, успокойтесь. Да, чего вы разнервничались? Держите себя в руках. Это мы виноваты, что ли, что ввели такие законы? Ай, ладно, задолбали. Не буду вам ничего платить. Здорово, парни. Какие проблемы? Любишь медок, люби холодок. Короче, у тебя 3 дня, чтобы вернуть долг, иначе мы заберем твоих собак. Слушай, нормально мы так с этого ложка денег-то собрали. Как думаешь? Вот ты на что потратишь? Лотерея.